В этом году брусники очень много. Вот она на кочках. Вот на кочках брусники сколько. Очень много брусники. Все брусника. Ничего, все работает? Да. Ладно, сядем на пенек, съедим пирожок. Сейчас сядем. А где у меня? Где у меня? Где у меня пирожок? Так, а у меня вот здесь пирожок. Вот, вот, вот. Сейчас блинчики. Блинчики вредно, Геннадий Александрович. А пряники еще вреднее. У меня вот такая термокружечка имеется. Вот, а я все с собой пускаю. Ну, это типа тоже. Да. Давай-ка блинчиков. Пошли за брусникой с Геннадием Александровичем. Я вот ведерко 5-литровое набрал, мне хватит. Моментом, у меня уже набрано. Моментом нахапал. Да. Геннадий Александрович свое 12-литровое ведерко сейчас наберет еще за полчаса. Да. Брусники очень много. Сергей Викентьевич, грабилочкой. Да, вот грабли. Где грабли? Это Геннадий Александрович, а грабли вот такие вот. Смешные какие-то. А те грабли потеряли где-то уже. Где они? Вон сзади. О, какой комбайн. Да, это... Воровской, так сказать. Вот это лопата. Ладно, приятного аппетита. Ага. Блины? Блины. 5 блинов там? Один. Погода сегодня вообще шепчет. Сейчас с тобой глядись, снежок выпадет. Ветерок-то нехилый дует. Угу. Тучки-то ходят. Ходят, ходят. Зажубить. Надо еще кружечку делать. Пей, пей. Это только отлетело. Ну, все-таки так. Ой, ягодки. Я говорю, сидишь и ешь. Далеко ходить не надо. У меня прямо изо рта сыплются ягоды. Слюна. Не, ну очень вкусные ягоды сейчас, уже сочные. Самые такие ядреные. Угу. Вон столько ягод. Я еще без очков, блядь. Ужас. Ужас. Ужас, ужас, суматоха. Так, ладно, пусть стоит. Да, пускай тут стоит. Начинай вот эту площадку выбирать. Да, 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 да. Ягодки. Эх, красавицы. А что ее тут просто немерено. Да. Ягод тут очень много. Вот, смотри, какой вот кочка какая. Да, ужас, ужас. 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 Вот такая кочечка. Да, сейчас мы ее приговорим. Сейчас ты ее приговоришь. Тут еще много таких кочек. Да. Я тут вон по ягоде хожу. Смотри, вон сколько ягоды тут. Ужас, ужас. Надо в сторону отойти. Я-то уже набрался так. Мне не нужна она. Просто, просто усеяно. Просто усеяно. Здесь ты уже обобрал. Это уже обобрал. Да, я... тут ты уже обобрал. Вон тебе с другой стороны, там еще продолжение бревна. А тут-то вон. Тут-то вон что. А тут-то что? А тут-то тоже. О, вот что. Я. У-у-у. Вон что я тут. Только греби. Да, моментом, да, набирает. Вообще замечательный комбайн. Вот. Почти что сам почти собирает. Да, осталось моторчик ему приделать. Да, да. На колесиках, да? Да, куда не оглянись, все ягоды, ягоды. Все ягоды, ягоды. Вот они все ягоды. На старых стволах растут. Да, вот лежат они там, видимо, питание хорошее. Да. Перегной, да все. Да, да. Старый ствол мухом затянул. Да, да. И чисто и хорошо брать. Да, да, очень удобно. Угу. Тучков нету больших.
Вот такой вот выруб здесь. Да, шикарный. В таком шикарном вырубе. Сергей Викентьевич, секретное место. Это мое секретное место, говоришь? Скоро оно не будет, наверное, секретным, Геннадий Александрович. Да, дорогу сделали, народ разнюхает. Разнюхает, конечно. Отлично, конечно. Вылазка удачная. Вороны летают. Гусиков поджидают на болоте. Скоро гусик пойдет. Болото-то где тут? А болото вот тут вот. За этим бугром тут же болото будет. Угу. Клюквенное? Нет. Клюква есть немного, край леса. Такое на заболоченных местах. На голых там нету клюквы. Рядом тут где в траве немного есть клюквы? Мало есть. Может, где-то есть куски какие-то, я особо там не смотрел. Так, друзья. Тоже вываливается. Геннадий Александрович. Дорвался до брусники. Дорвался до брусники. Вон как сыплю. О, ягода отличная. Ну вот еще 4 наберушки. Да. И полная ведерко будет 12-литровая. Можно домой сваливать. Да, вот так вот мы тут ягоды берем. У медведя на бору грибы ягоды беру. Че, Геннадий Александрович, наелись ягоды? Некогда было. Некогда. Кислота. Надо меньше медведю оставить. Медведю хватит тут. Вообще, вот такая ягодка. О. Ну вот. Вон какие кисточки. А? Хорошие кисточки. Да. Прекрасно. Ну ладно. Спасибо этому лесу за сегодняшний урожай.